Добрый день. Мы тут с другой стороны зашли, представители IT, с командой пришли, разрабатывают приложение дополненной реальности, писали вам письмо, спасибо большое за ответ, все классное. Непосредственно для хакатона выбрали идею для визуализации стереометрии. Причем мы хотим создать инструмент, благодаря которому преподаватели смогут самостоятельно создавать любой контент под свои задачи и шарить им другим преподавателям или каким-то пользователям. Поэтому присоединяйтесь. Если что, примеры в нашей книге по биологии работают с дополненной реальностью искусства, но здесь все просто, а вот мы хотим инструмент именно специализированной научной.